Итак, этот ролик посвятим стакану. Знаменитой фразе «Стакан наполовину полон» или «Стакан наполовину пуст». И сейчас мы раскроем этот непостижимый словесный, как его назвать-то? Неважно. Итак, в чем разница между стакан наполовину полон, либо стакан наполовину пуст? Сейчас мы вам на опыте покажем. Итак, что значит стакан наполовину полон? Вот, стакан наполовину полон. Нельзя сказать, что он наполовину пуст, потому что он не был полон целиком. Он полон наполовину. Теперь версия номер два. Стакан наполовину пуст. Вы не скажете, что он наполовину полон, потому что изначально он был полон целиком. Но мы его наполовину опустошили. И правильнее говорить, стакан наполовину пуст. Вот и вся тайна